Привет всем, кто любит накачанных парней в кожаных трусах. Дорогие друзья, сегодня мы продолжим проходить Бэтмена. Вы на канале OGameBrain, меня зовут Олег, и да. В общем, да, мы продолжим проходить этого жестокого и накачанного, и красивого, да, со шрамом на сиське Бэтмена. Потому что так правильно, потому что так нужно. Так нужно делать всегда. Что скажет Джек о Готэме? Ева, какая музыка. Мы приносим извинения за прерывание программы. Джек Райдер в прямом эфире из гавани Готэма с экстренными новостями. Это Джек Райдер с экстренными новостями из гавани Готэма. Мы получаем сообщение о вооруженной осаде острова Архем. 2 минуты назад Джокер передал в эфир всех новостных каналов это леденящее душу послание. Здравствуй, Готэм. Внимай голос у своего нового повелителя. Так, подождите. Это пропускаем. Это Джокер. Я захватил остров Архем, и доступ сюда для всех вас запрещен. Если я увижу хоть одного представителя загона, дружинника или героя в колготках, буду случайным образом подрывать в городе бомбы. Где это случится? Детский сад, больница, особняк миллиардера. Кто знает? Кто знает? Все подходы к острову перекрыты. Воздушное сообщение заблокировано. Согласно предварительным сводкам, и сам Бэтмен остается на острове. Мы останемся здесь и продолжим информировать вас о ходе событий в прямом эфире. Уолли? Спасибо, Джек. Мы будем ждать новостей. Уф, как. Нормально. Что здесь? Коробки. На самом деле, я видел, что здесь вентиль. Я просто стебусь. Не переживай. Что, погнали? Погнали, проветрим голову. Проветрим, собственно, да. Потому что почему бы и нет? Ай, как сотри, как. Ай-яй-яй. Вот это я понимаю, больничка. О да, детка. Ну что? Теперь мы будем здесь ебаться до конца этой ночки. Да? О да. Ладно. Погнали. Погнали, собственно, вот сюда. Почему бы нет? Эй, бля! Барби говорит, что коробчонка Бэтмена припаркована прямо у здания интенсивной терапии. Мы не позволим ему просто взять и уйти. Правда? Я все видел в новостях. Так, думал, это хорошо, что ты вернул сюда, Джокер. Я и сам так думал. Побудь здесь, пока начал. Я разбираюсь. Должны пойти туда и разнести. Запись беседы с пациентом. Останови. Потом в спецвыпуске будем слушать. Бля, коробчонка наша-то. Не резиновая. Отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архема. Брис. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, Брис. Готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован Брис. У здания интенсивной терапии в Северном Археме. Там тоже я есть выслала приз. Тебе планы всего острова и отметила и ключевые локации, в том числе машины. Еще там есть приз. Спасибо, а он, собственно, видим. А, кстати, коробчонка вот у нас. Сейчас будем собирать загадки. Ладно, шучу, я потом за камерой соберу. Не лопни от гордости, темный рыцарь. Дальше будет труднее. Ага. Бля, в смысле? Как это объект не найден? Блять, куда? Там тоже есть приз. Ты что думал? Я знаю тут все расположения всех загадок в мире. Бля, здесь нет приза.
Ну ладно, давай тогда. Ну ладно, потом, потом. Сейчас соберем только те призы, которые, ну это, ну собственно, да. Которые, собственно, нам по пути. Ай да и нет. Так, шо, где приз? Приз, мать твою. Амадей Архам. Это тот, если что, и который это этот... Даже хуже, чем я предполагал. У которого хроники Архама есть. Да что ты рассказываешь, мать твою? Что ты за кого ты там затираешь, ты меня? Гениальный интеллект. Поистине гениальный интеллект здесь только у меня, понимаешь? Вообще это в моей биографии так написано. Не могу в это поверить. Они убили Джексона. Ух, суки! Я положу это за Джексона. Немедленно. За Джексона и двор. Стреляем в упор, да, Бэтмен? Да, Бэтс. Сука, убили Джексона. Вы как так, а? Пацаны, вы как? Вы как вообще, а? Вы чё тут? Вообще. С дуба рухнули. А? Ушел, блядь. Сука, дед. С автоматом приклеил, а? Джексона, за Джексона, ты! Слышишь, ты? А? Понял. Не смей убивать Джексона. Вверх, вниз и вверх. Есть такое у всех. Скоро я захвачу власть над всем островом. И вверх, вниз. Точно говорю, мальчики и девочки. Архим мой, 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 мой. Скоро приз, увидите, приз. Какие у меня планы. Будет просто. Ну, сука. Мою машинку раздробили, а? Как вы так? Я вас за свою машину, за свою малышку просто разорву в клочья, вы. Вы уже все, вы уже поплатились за то, что вы родились в этот мир. Вот как вы так? Ушел. Ушел быстро. Давайте, пацаны, давай, давай. Шо ты, шо ты, а? Ушел. Ну, ну, все, все, напаяйка, ты. Багажники Бэтмобиля хороший запас. Смотри, трубка. Прикольно. Мне он может пригодиться. Что это? Фастум гель. С его помощью можно разрушить непрочные конструкции на территории Архама. Внимание! Взрывом можно задеть мирных пиздюков. Поэтому осторожней. Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Бля, машинку-то помяну, но она все равно красивая. Давай фоточку. Фоточку, чётенькую, а? А? Вот, смотри. Бэтмен, Бэтмен и его ласточка. Это трубка Гордона, подарок от Барбары. Он не мог просто... Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Оракул, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Выставляй в Инстаграм. Смотри, Бэтмен и машинка. Или вот так. Ёпта. Вот как Бэтмен-гопник. Присел такой. Присел на бутылку, ёпта. Смешно. Давай сразу как бы проверим. Тут раз, троечка. Раз, два. Фастум гель. Так это ж и есть загадка. С картой. Ну ты как бы. Я тебе не уступал, слышишь ты. Так, здесь тоже есть. Взрывать. Воу-воу-воу, игра! Ты шо? Мать, это... Бэтмен, у тебя все в порядке?
Конечно, конечно. Смотри, смотри еще сейчас. Я не хочу собирать загадки, я просто хочу его это подразнить. Оно было одним из самых легких. Ой, да-да-да. Так где ж легкое было прошлое? Так где ж легкое было прошлое? Что ты за... Ай-яй-яй. Шо ж ты, лидер, запизделся. Ладно. Что там, где-то баг? Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Фастум гель. Фастум гель все решает. Эх. Нормуль. Так, ша, погодите, погодите. Так, нам нужно прокачать этот. Прокачаем подбородок. Так, что позволяет Бэтмену выполнить необыкновенный прием, захват и бросок, если он наберет кумба 8. Так. Нет! Ладно. Ладно. Нажмите Q, отпустите, чтобы метнуть бетаранг. Подзаряжает бетаранг во время комбо, чтобы им можно было сбивать бандитов с ног. Вот это класс. Прикольно, еще картинка такая четенькая. Смотри. Смотри, сейчас. Вейнтек. Картинка такая еще четенькая. Ну, типа. Еба. Кидает бутаранки, все улетает после этого, и все. И все. Ну сейчас проверим. Сейчас мы проверим. Сейчас мы ой как проверим. Засчитать, что. Что он читает? Что нужно выбить решетку? Понимаю, Заса. Понимаю, засоса. Что? А, здесь можно удалить. Ничего себе. Прикольно. Опа, пацаны. Так, охранник, вы пацаны, вы как-то там этот, охранника. Проебали. Пацанчики. Иди под подмышку, брат. Как насчет обнимашек, пупсик? Нормально. Все нормально. Просто Бэтмен любит. Любит заключенных. Потасовочка там где-то. Шо ты? Бэтмен, что там такое? Психи стекаются к медблоку. Что затеял Джокер? Он постепенно захватывает весь остров. Похоже, медблок его следующая цель. Кто-нибудь выбрался из здания? Один доктор пытался выбраться. Его растерзали и бросили в воду. У бедняги не было шансов. Подожди здесь, я вернусь. Ну, сука. Вы как так? Джокер на линии. Хочу напомнить всем новым пациентам лечебницы Джокера о необходимости выполнять одно простое правило. Наказание за нарушение – смерть. Никаких «но» и «если». Знаете, что самое лучшее в этом правиле? Его никто не знает. Так, ну мне бы как-то полететь на них жестко. Но я не знаю, как это сделать. Ладно, сделаю все проще. Ну давайте, пацан, пошел. На дубинкой, а? Что случилось? Вот это классно! Бетаранг тащит, смотри. Смотри, как тащит бетаранг, а? А, ты видал? Видал, как тащит бетаранг? Вот это бетаранг, конечно, взял. Взял Рон просто. Вот это бутеран красавчик. И Бэтмен красавчик. Чак Норрис чисто. Прикольно. Позвольте напомнить, что ваш гражданский долг истреблять таких грызунов. Они не должны вернуться на материк. Вот это мать. Уф, смотри. Смотри, маяк. Ты посмотри, какой закат. Здорово, мать. Шо ты? Эй, здорово! Ты видишь, я отдыхаю. Где Гордон? Разве тебе не интересно? Я здесь. Опа! Да,
Черри! Ух ты, сука! Ай-яй-яй-яй. Извини, Дима, поищи другой подход. Пока-пока. Ну ладно. Здесь не пройти. Лучше поискать другой проход снаружи. Гордон. Гордон, ну ты шо, Гондо? Ладно. Как так? Как так? У меня украли лучшего друга. Зас считает, что ты можешь ценить его творение. Интересный подход, интересный. Опа. Опа, смотри, прикол. Извиняюсь, дико. Все легко, все идично. Для наших кожаных трусов. Все проще простого. Согнать всех докторов! Обыщите каждый дюйм медблока! Я не шучу! Проверьте каждую комнату, каждый лошадь, каждый кухонный ящик! Ну найдите, найдите если доктора! Если еще один доктор выберется из здания, то вы в нем останетесь навсегда! Я напущу в комнату веселящего газа и брошу вас подыхать! Бывает. Бывает такое. Не нравится особенно вот здесь вентиляция. Она такая большая здесь. Здесь не может поместиться 8-килограммовый мужик. Испытание пройдено. Идем дальше. Идем, давай, давай дальше. Опа, чё? Опа, чё? Не трогайте меня! Тик-так, срочные новости кое-кому. Тик-так. Хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Уф-уф-уф. Ты шо, дядь? Опа. Ты-ты-ты. Не повезло кому-то. Братишка, здорово. Эй, пошел вон! Так, окей. Пацанчики, так, тут нужно это фастом гель. Что теперь делать? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Пацаны, давайте сюда. Пацаны. Доктор Бэт? Есть. Блин, ненавижу больничную вонь. Бывает. Я вот не люблю это, когда у стоматологов пахнет. Господи, что ты? Господи, нет! Ушел. Батяра. Рашки бегут. Что, сбежал из рашки? Ну, есть такое, да. Пацаны, ну давай, прощай, до свидания. Смешно. Эй, пацаны, вы шо, как вы так? Он где-то наверху, над нами! Конечно, над вами. У тебя в трусах. Смотри, и решаем еще этот прикольчик Ридлера. Суета какая-то тут. Решение, что? Поймайте мышь, или я вам давление опущу навеки. О. Другое дело! Я потерял его все. Он может появиться откуда угодно. Будьте начеку.
Обосрались пальчики, мальчики? Больно об этом говорить, но мы одни в этой большой страшной больнице. Эх, мне бы как-то это их... Оставь меня в покое, пожалуйста! Что такое? Ушел, ты, блядь, быстрее, херачь его! Мать твою, Бэтс! Бля, он проснулся. Твою ж. Так, спрыгнуть. Да ё-моё! Да шо ж такое? Пацаны, ну вы как так? Ай-яй-яй! Да господи! Да нет, не туда, Бэтс! Перелезь! Перелезь! Ай, как так? О, как мило! Летучая мышка прикорнула! Добейте её! Уф, какой! Ладно, ладно, ладно! Ладно, ладно, спокойно. Спокойно, главное не беситься. Не трогайте меня! Открой рот и спускайся к остальным! Шли! Хорошо, хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Сука, вот вы, короче. Я вас быстро уложу, пацанчики. Лена, чё, нанесу сюда взрывчатый гель. Хватит нюни распускать! Смотри, раз. Так, раз. Я опять не могу ныть. Два. Она смеется или её плачет? Наверное, плачет. Так, ну я уберу вот этих, потом задушу вот этого. Так, ладно, сначала задушу этого. Придушу, так сказать. Придушу этого. Потом. Пойду вот сюда. Потом вот сюда. Вот сюда. Как бы слезу вниз. Опа. И теперь подрываем, подрываем жестко. Все четко. За 2 минуты. Теперь вы в безопасности. Да без проблем. Лох. Ро, мать, здорово. Как жизнь? Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход, вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли, нужно помочь им. О боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Я здесь, Майк. Не дергайся. Сейчас я тебя вытащу. Как ты? Мы в порядке. Бэтмен нас спас. Бывает. А, кстати, тик-так. Ну ты вспомнил. Тик-так. Это Джокер говорил тик-так, кожа этот про этот, убийца Крок, ну короче, смотри, я типа... Я бы уже давно решил все загадки. Ты бы до них просто физически не успел добежать, потому что я решаю их быстрее всех. Потому что я Бэтмен. Ясно тебе. Уэйны, не напрасно ли их щетные дыры? Сверьтесь с карты, чтобы узнать местоположение текущих целей. Сейчас погодь. Так, ну здесь тут чпокнуло это. Засадочненько. Ух, ёб твою мать. Так, Брюс Уэйн, ну ты как бы, ну ты вот это вот видишь. Это могла решить и обезьяна.
но все равно неплохо. Спасибо. Похвалил, так сказать. Так, сверьте с карты, чтобы узнать текущие цели. Прикольно лифт нарисован с этой. Прикольно нарисован лифт. Ну ладно, погнали. Сейчас, где гром? Гром и молнии. А, там еще одна была. И не увидел ее. Как я так? Не заметил просто. О, прикольно. Смотри, здесь есть в этой игре делают такой прикол, что эти линии ведут к докторам. Работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопы. Очень прикольно. 2 года назад она присоединилась к нашей команде, и Аркхем занял передовую позицию в исследованиях человеческого разума. Проекта «Титан» — создание тестовой базы для детального, безопасного изучения наших... А вот и доктор Янгриш. Это точно. Меня пусть оперируют, как я захочу. Шо, мальчики? Ну, давайте. Да я ж за господи! Я хотел этот. Интересно, кто-то заходил на этот сайт? Игра. Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Что такое? Думаешь, мне не пофиг? Что с игрой? Кончай ныть и прочисти уши. Она тормозит. Ладно. Ладно, тогда быстрее делаем все, что нужно. Секунду. Похоже, ты наш козырь в рукаве. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас друзья внутри. Ха! Смотри, это прикольный челик. А, вот, все нормально. Теперь все нормально. Все нормально. Доступно улучшение для взрывчатого геля. Что происходит? Что ты стоишь, они мать? Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньше из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Не беспокойтесь, доктор. Вас я уже вытащил, а теперь проверю другие комнаты. Ждите здесь. Там очень опасно. Окей. Окей. Ну что, погнали. Часть медперсонала все еще нуждается в помощи. Всех пациентов просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палаты. Наше открытие. Вызвали массу споров о том, является ли психоз самой нейротоксином. Зависит ли степень повреждения мозга от длительности приступов. Проект «Титан» дает нам шанс повысить сопротивляемость организма к подобным повреждениям. Первые результаты вселяли надежду, а появление пациента X стало настоящим прорывом. Благодаря пациенту... Нереально прикольно вот это сделано. То есть... То, куда ты идешь, зависит от линий. А они как игра как бы намекает тебе, куда нужно идти. Мы предлагаем широкий спектр лечебных, хирургических, диагностических и оздоровительных программ. Качественное обслуживание и удобное расположение Аркхема. Ходят слухи, что в Аркхеме работают что? Ну ладно. Здорово, дед. Бэтмен! Не надо слов, ты в безопасности. Я понял. Но это ловушка. Знаю, но только для меня. Это правда? Ты
Что за черт? Быстрее! Ой, пацаны. Смотри, а могу я это пойти? Пойти. Здорово. Ничего вы ждете. 1 апреля? Бегом туда! Да, никому не веря. Сейчас я из тебя всю дурь выпью. Он же дергается, ему страшно. Сейчас я из тебя всю дурь выбью. Ну ладно, пацаны, ну давайте. Всю дурь выбивайте из меня, ах вы суки такие. Почему, кстати, когда слоумо работает, у этих дебилов оно не работает? Ах вы твари. Ну шо, бля. Ушел, бот. На по башке. Вот это у тебя стрижка топовая, чисто на лос. Чисто на лос. Чисто в соло. Я тебя пока тренирую. А это анонсом гвоздя программы. Сам увидишь. Прости. Не прощу. Что ты думал? Так, а здесь что это? Удваивает мощность козня, если время ударов рассчитано идеально, получив в два раза больше, короче, комбо. Окей. Бросок супер комбо. Класс. Четко. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. На, я так или на завтрак щелкаю, мать твою. Так что этот... Не парься, мать твою. Подарочек. Всех пациентов. Чухать! Шпрать, мафока. Time for спасти наших докторов. Time for спасти доктор. Один из них очень боится, что ты уйдешь, не повидавшись. А другой... Откуда у него? Скажем так, он будет так же удивлен встречей с тобой. На. А, не, ну бутаранг топчик. На, занюхни мою жопку, братишка. Босс, все готово. В комнате, га... Он здесь. Вперед, Бэтмен. Да, братишка, черный друг мой. Что ж ты? Что случилось? Кринж? Кринж, что случилось? Врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Двери заблокированы, мы не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Какая отвага. Давайте протянем мистеру Кэшу руку. Ему еще одна не помешает. Ай, ну шутки пошли. Помоги нам. Если ты очистишь помещение, мы с Доком сможем выбраться. Пошли шутки, типа, ну одна рука, ну типа у него одна рука, поэтому протянуть руку повыше, ну смешно, хихикаю. Смешно, Джокер, смешно. На самом деле нет. Не знаю, слышишь ли ты меня? Табло показывает свои телята, номер один подключен. Опа. Так, раз, потом два, потом три. Давай, скорее! Ты же видел, что эта штука творит! Да, да, видел. Уже очистил. Какой ты строгий, мать твою. Шо ты, где благодарность? Так в чем дело? У меня связь отрубилась вскоре после того, как ты привез Джокера. С тобой нельзя поговорить? Нет? Ну ладно. Не особо-то и нужно. О, прикольно. Запись беседы с пациентом номер... Какого?
Какой? Какой номер? Так, где последняя челюсть? Где? Где челюсть? Нужно было уходить из интенсивной терапии. Ну я ладно. Проследил, чтобы он оставался там, где ему место. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну шо ж, Джокер? Белая ты жопа. Я всех спас. А ты лох. Мы здесь, чтобы помочь вам. Я взял места. Опа. Ушел. Оглушить, атака. Сейчас. Там... Не этот. Ага. Да, чтобы их попыздить, их нужно для начала оглушить. Или придушить. Смотря что. Здорово, пацаны. Как жизнь? Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Он говорит, что он где-то здесь. Рассредоточиться! Пацаны. Вы куда, пацаны? Пацаны. Пацанчики, пацанчики, пацанчики. Пацанчики, пацанчики. Уже это... Уже минус один. Минус второй. Сейчас будет минус третий. Какие же вы самоуверенные, братья мои. Какие же вы самоуверенные. Ну ладненько. Шо ж. Теперь в лифт. Да? Хе-хе-хе. Шо, в лифт? Ну давай. Ой, как просто. Инга запер тебя в маленький железный ящик, висящий на соплях на большой высоте. А что, если я выбью аварийный тормоз и сброшу тебя, как мешок с кутятами? Давай, а? Попробуй, попробуй. Спокойной ночи, Бэтс. Бум! Стендапер наш. Я припас для тебя пару сюрпризов. Жди встречи со своими страхами. Со всеми! Вот это горячо стало. Архам, вот это крипово. Криповая заставочка. Нет никакого Крейна. Есть только Фугала. Выпустите меня отсюда! Бэтмена настолько это впечатлило, что он пытался аж этот вытащить по руке. Увидеть тебя в стрингах, конечно. Это страшнее всего. Я когда представил, как тебе в жопу термометр суют, вообще. Потом ночь не спал. Умоляю, Бэтмен, спаси меня. Бля, жим! Чё, всё искривилось?
Вот это у него глаза красные. Жим! Ты шо, Жим? Как ты так, Жим? Жим-жим! Прости, Джим. Грусть, печаль. Печаль, грусть. Барбара! Да. Прости. Я опоздал. Что-то криповенько. Набранный вами номер недоступен. Жучки из три, прикольненько. Оставьте сообщение после сигнала. Барбара, ты там? Опа. Повесьте трубку. Поймать убийцу комиссара Гордона. Бля, шо я их топчу? Прикольненько. Жуков топчу. Топчу жуков. И шо? Морг. Ладно, вы что такие? Ну я уйду-то. Опа! Вот это прикол. Вот это прикольчик. Мелкий. Кто это? Ладно. Здорово. Отец. А, это батя. Ты должен был. Здорово, батя. Наконец-то тебя нашел. Тяжелое детство. Мать. Мама. Помоги нам, Брюс. Спаси нам. А вот это у нее, как я, бусы там. То, что прикольчик есть такой. Триггерит его, когда там видит бусы эти. Они типа падают, все, кошмар. И я, да? Нет. Ха! Стремно. Обосрался. Испугались. Обосрался. Ух, страшно. Ладно, друзья мои, на этом прекрасном моменте мы с вами закончим. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Увидимся с вами в следующей серии. Всем пока.